Набор, который должен быть на каждом рабочем столе ребенка, изучающего английский язык, от издательства Oxford. Это набор словарей Oxford Children Color Dictionary, Illustrated Dictionary. Очень важно научить ребенка работать со словарем, так он облегчит все запоминания слов. Oxford First Thesaurus, пожалуй, самая популярная книга из этого набора, которая позволяет увидеть все синонимы к словам и сделать речь богаче и разнообразнее. Для самых маленьких First Picture Dictionary. Вот такие картинки прилагаются к каждому определению для самых начинающих читателей Oxford First Dictionary. Визуальный словарь, который тоже сопровождается с картинками к некоторым словам, определениям каждого слова. Oxford Phonics Spelling Dictionary, такой словарь вы вряд ли еще видели. Это словарь фониксов, который тоже очень понадобится на этапе чтения. Визуальный словарь про животных и энциклопедия.